Ну что, привет! Это еще одно включение. И пора переставать здороваться с камерой каждый раз, когда я вижу, что снимает мой телефон. Короче, это Екатеринбург, это ноябрь. Классно, потому что, блин, вчера еще был снег. Ну, позавчера был такой плотный слой снега, вот такой где-то. А сегодня уже вот. Зеленая травка, классно. И при этом холодно, песоц. Ну, типа, не то, что холодно, противно, влажно и ветер. Но я вам тут не прогноз погоды, надо загуглить. Вот. Потому что, скорее всего, меня будут смотреть только ребята из Йобурга. Нас с Алиной тут немножко не хватает Алины, но я уже в процессе. Сейчас я дойду до магаза, куплю пожрать на площадку и, ну, попиздую к Алине. Я опять думаю, что так холодно, я опять застегнулась. Это... рофл для Алины, она поймет, потому что я всегда забываю застегиваться. Типа, чтобы как бы я ни выходила на улицу в куртке, я одеваю шарф и потом застегиваюсь. Я все время забываю застегнуть шарф. Короче, магнит. Там, я думаю, снимать меня не выйдет, потому что я еще стесняюсь. Так что выйду, продолжу. Я захожу в магазин, так. И, блядь, ну, я все купила, такая, типа, окей, запаковываю товар. Так. Подходит какой-то пьяный мужик и такой, типа, о, доброе утро, я такая, доброе, он такой, а где утро? Я такая, не знаю. И такая, так, собираюсь, он такой, стой, а что у тебя с волосами? Я такая, чуть не сказала, что у тебя с лицом, но я решила не комплектовать. И такая, типа, ладно. Я такая, все в порядке, вам кажется. И ушла. И такая, типа, начинаю, хочу уже отходить от магазина, он такой, типа, вот, вот, типа, волос испортил, там, начать что-то меня матом говорить, типа, шлюха, проститутка, наркоманка. Как обычно. Я такая, ёбаный, что это трындец. Да, у меня вечно с камерами, я все время хочу вот там, вот так вот снимать. Вот. А надо вот так вот. Да, держи. А еще стрелки. Да? Я запарилась. Я не рисовала, я хотела, но я не рисовала. Я себе косу заплела сегодня, ох, пошли. Косу заплела? Да. Знаешь, такие косы? У меня вот здесь короче петух вылетит, я такая типа вытаскиваю его в другую косичку заплетаю. Вот вообще топовая просто. Еще, кстати, очень странно, у меня люди, которые у меня в доме живут, ну типа около дома. А. Люди очень странно меня посмотрели. Я иду около подъезда и такая разговариваю с телефоном. Бля, ты серьезно? Ты серьезно, что вот так с телефоном, да? Я просто такая, типа, а, вот, снова включение, я тебе потом покажу этот отрывок. О, и потом все склею в одно. У нас этот влог, короче, минут на 10 будет. Бля. Нормально. Это снимает на часы вообще. Ладно, сейчас идем до работы и... Да. Мы сидим, живем. Я надеюсь, нас слышно. Мы на работе. Она, как обычно, подарит телефон. Я, как всегда, возьму с телефоном. Ханна уже все чувствует себя. Ну, ты тоже базаришь. Или ты базаришь со мной, а я базарю с телефоном. Держи, дик. Я тоже. Знаете об этом. Мы с тобой вместе с телефоном разговариваем с телефоном. Здравствуйте. Я тоже. Да, на ноги сдержу. Которую я, кстати, вот сюда и покупала. У меня с тобой есть. Ну, для нас это было с утра, а для вас это было, ну, секунд 40 назад, я знаю. Минуту назад я покупала. Я съела почти. Ну, так уши занят, я же 3 такие купила. А туда еду тогда составила. Вот так, вот. 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 Вот.
Разбавляйте горяченько водой. Тепленько, чтобы была горяченько. Тут сладости, а там Я надеюсь, что я все-таки встаю в глазу из программы и вставлю это, потому что я могу и забыть, я женщина такая, и у меня потом будет типа фотка, мы все смотрим. А тут сначала, да, кстати, у меня классные косички две. Давай себе. Давай. Готовы? Давайте, желтые! Максим, я вас верю. Раз, два, три! Ну, пока непонятно, ладно, хорошо. Синий, теперь вы максимально. Меня видели, как они делают? Такое. Поэтому исправляем. Все, давайте максимально громко. Раз, два, три. Да, я тоже понимаю, что непонятно. Теперь я займусь как по-другому. И синие, и желтые. Все вместе, как одна большая команда. Раз, два, три. Ну что же, я чувствую, что, ребята, вы готовы? Четыре, три, два, один, есть! Итак, синяя молния, вы справились с испытанием? Желтое пламя, вы справились? Тогда занимайтесь. Это опять я, и я этот фрагмент записываю второй раз. Потому что первый кто-то нажал на блокировку, вот этот молодой человек, его зовут Андрей. И как бы... Он нажал на блокировку, и у меня, короче, видос просто скипнулся, и нихуя не записалось. Я снимаю. Да, Фрэнк, я снимаю, блядь, на телефон, сука. Он еще и специально. Он своеобразный мэтр теней. Мэтр теней. Я надеюсь, я найду вставочку. Где-нибудь вот вместо головы Андрея будет, короче, фотка мэтр теней, я надеюсь, я найду. Вот. И на сегодня я сделала великое ни хрена. Ну, мы поработали с Алиной. Не надоело повторяться. Мы с Алиной поработали, потом... Ну, давай я. Ехали, не надо. Потом ехали мы отдельно, поэтому сегодня как конца из машины уже не будет. Но мы все равно пожрали. Этого тоже не будет, потому что ели мы уже не в Маке, а в более приличном месте. И типа там снимать я что-то застала. Вот. И... Кожа уже не хорошая. Фу! Вот. Так же говоришь, засала. Ты хочешь, чтобы... Вот через 20 лет я тебя таким помнила, да? Ты мама, я в интернете. Да, мама, он в интернете. Короче, вот так прошел мой день. Завтра, может быть, я попробую одна что-то подснять в офисе. Я завтра еду работать в офис. Это не точно, мне может стать очень лень. Я не могу ничего не записывать. А еще я тут первый раз это снимала. Рассказывала про то, что типа я не снова разучилась держать телефон так, чтобы не закрывать микрофон, но я снова научилась, поэтому. Вот. Давай, вторую попытку. Ну я надеюсь, что это слышно. Потому что у меня все время происходит накладка со звуком, точнее, как дребезжит микрофон. Ну как микрофон в телефоне. Стараюсь погромче говорить. Но это не всегда срабатывает. Ну, бывает. Снизу не слышит. Алина, давай его убьем здесь. Я знаю, что это смотрит. Придется руку до конца вытягивать, да? Почему все выше меня? Это сговор. Не все. Паспорту ниже меня. Ну да, и Света. Паспорту и Света. Я надеюсь, они это никогда не увидят. Вот. Да. Ну, Света точно. И нам же состариться успеет. Короче, как так снимать-то, чтобы сидеть? Беда, короче. Давай я там же пальцем возьму. Нет. Да нет, правда, я не буду блокировать. А, у меня осталось 10%, поэтому договор доснимаем. На. Только не скипай, пожалуйста. Да вот.
Вот. Ура! Теперь тебя наполовину тела видно. Ну да, ладно. Все привыкли, что это изысканный кусок контента, поэтому нормально. В общем, это все, я надеюсь, это, как я уже говорила, часам не 10 я это хочу выложить на YouTube. Там у нас один подписчик, это Алина. Классно. И сегодня будет еще и второй. Да, и сегодня будет еще Андрей. Ну, как я и говорила, в общем-то, с утра, что я не хочу, чтобы это попадало куда-то в массы. Я лично делаю это только для себя, и, ну и Алина, чтобы просто запомнить. Павы ёбло. Да. А я это делаю, чтобы Павы ёбло. Лайфстайл! Короче, пока, спокойной ночи.